Привет! Сегодня мы с вами будем вместе сверлить дырку в новой тарелке. Вот в такой вот тарелочке. И из нее мы будем делать потом очередные настенные часы, естественно, для продажи. Так вот, я уже говорил в первом видео о сверле, специально предназначенном для сверления отверстий в керамике. Вот, пожалуйста. Вот такое вот сверлышко. Именно таким сверлом мы будем делать отверстия в нашей тарелке. Стаканчик с водой вот я подготовил для того, чтобы охлаждать сверло в период сверления, потому что оно нагревается очень быстро, очень сильно, и во избежание трескания самого фарфора или отлетания осколков от сверла, мне нужен стаканчик с водой. Итак, давайте начнем. Немножечко освежаем и продолжаем сверлить. Шипит. Продолжаем. Итак, смотрим. Вот у нас появилась дырочка. Вот дырочка появилась. Сейчас я переверну тарелочку. Отлично. Хорошо. Вот это у меня резинка. Пористая резина. Для того, чтобы обезопасить сверление отверстий в этой плате. Ну и для того, чтобы тарелочка у нас не раскололась. А теперь просто-напросто расширяем нашу дырочку. Сейчас мы кое-что сделаем. Почему я беру этот брусок? Для того, чтобы, перевернув тарелку вот так вот, вверх дном, положить ее на этот брусок и уже с другой стороны сверлить дырочку. Отлично. Вот, пожалуйста, дырочка готова. Все. Дырочка готова. Трещин у нас нигде нет. Идеально получилось. Хорошо. Сейчас мы немножечко просто расширим эту дырочку, округлим ее, и все. Вот и готово. Это первая часть нашего видео. Во второй части мы будем собирать наши настенные часы, устанавливая здесь часовой механизм.